Товарищеский футбольный матч, посвященный открытию летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, прошел на стадионе «Лидер». На поле встретились сборная команда поселка Искатели и сборная города Нарьян-Мара. За матчем наблюдала наша съемочная группа. Товарищеский матч между командами Нарьян-Мара и поселка Искатели начался с моментального гола. Ворота гостей распечатал воспитанник дворца спорта «Норд» Данил Дьячков. Второй гол в первом тайме забил Прокопий Вокуев, также воспитанник «Норда». Сборной команде поселка Искатели достался сильный соперник. Об этом в интервью рассказал капитан команды гостей Кирилл Ковальчук. Мы сейчас тренировались последние 3 недели, каждый день почти. Вот этим составом аналогично так. Ну, сильные ребята выбрали самых лучших в Искателях. И вот, не знаю, решили показать, что мы тут тренировались 3 недели, пока не получается. Во втором тайме все будет нормально. Но и второй тайм не принес команде гостей ни одного гола. Матч закончился со счетом 2-0 в пользу нарьян-марской сборной. После финального свистка состоялось награждение победителей и участников. В номинации «Лучший игрок матча» победу одержал Прокопий Вокуев. На его счету был 1 виртуозный гол и 1 голевая передача. Напомню, футбольный матч на стадионе «Лидер» был посвящен открытию Олимпийских игр в Рио. По словам организаторов, игра стала первой в череде запланированных тематических мероприятий. Спортивное мероприятие о том, что у нас будет день физкультурника 13 августа. 20 августа будет день дворовых видов спорта, где будут уже более широко представлены виды спорта. Футбол, баскетбол, бокс. Сегодня в копилке Олимпийской сборной России уже есть 5 медалей. Золото стране принес дзюдоист Беслан Мудранов. 2 серебряные медали завоевали Виталина Бацарашкина в дисциплине стрельба из пневматической винтовки на 10 метров и команда стрелков из лука. Это Туаяна Дашидоржиева, Инна Степанова, Ксения Перова. По 1 бронзовой медали завоевали дзюдоистка Наталья Кузютина и фехтовальщик Тимур Сафин. Дмитрий Марков, Владислав Носкин, телеканал «Север».